орех садить, заглублять надо. Так, Андрей, давай. По точку. Андрей, смотри, юг. Как садить надо. И на юг. Ага. Значит, и так, гости с Минусинска просили их не юг. Снимать. На юг. Я вас не и снимаю. За точку не закапывайте. Точку не закапывайте. А? Все. Да, точка смотрит на юг, ее не закапывать, заворачивай. Так, теперь давай подчеркнем. Штамп этот мы не делали. Он сам, сам сделался. Вот. Потому что я воюю с этими штампами, с искусственными, с искалеченными. Так. Я вас не снимаю, я только это, процесс снимаю. Ага. Ладненько. Не надо же его обрезать. Надо. Придется. Так, давай-ка это, секатор я сам отрежу. Секатор. Ага. Вот. Сейчас еще конец июня. Нет, конец августа. Так, замотал? Отпускай. Отпускай. Кстати, это ты резал. Да, да. Молодец. Так, ладно. Вот столечко оставляем. Две почки всегда. Две почки. Ну, слушай, тебя учить только портит. Ой, бывает. А то у меня уже руки не те, все. Оставляем по две. Вот отрезали мы примерно две трети. Да, да еще полюбуемся. И не забудь замазать торцы. Сейчас, вот. Держим еще пакетик, давай. Еще пакетик, ага. Я сейчас пару. Бери родом с Украины, летняя груша сладкая и это самое. Я в таких случаях, у меня есть свой критерий. Значит, смотрите, это, господа минусинцы, я делю по вкусу, вкусное или невкусное. Я говорю, кислое, кисло-сладкие, сладко-кислое, чисто-сладкие и слаще поцелуя. Ну, сладкое, слаще поцелуя. Да. Ну, нужно жаркое лето. Вот помните, было два года назад лето. Так, правильно. Все, молодец. Все. Так. Я это, Андрей, я тебе рекомендую, знаешь, куда это, чтобы тебя взяли в Москву, в Тимирязевскую академию. Чтобы ты, во-первых, сам научил бы их курс организовать. Вот. Так, кстати, пяточка покажи. А вот оно. Да, эту сразу сними пленочку, они могут, они могут забыть снять. Точки нету здесь, да? Так. Что? Вот она. А, вот. Вот она, вот. Ты так разрезаешь? Ну, не все понятно. Я просто хочу. После этой обрезки они лучше приживутся. Конец июля, но для всех груш... А, знаете что? Лариса! Вас угощали грушами? А еще не поспели. Как у нас говорят на Украине? Хлопцы, хоп, до кучи, идем за мной. Идем за мной. Пошли. Так, я там собрался. Я собрался груши собирать. Вот. Итак. Иди. Покажет, угостит, покажет. Так, и... Как у вас-то со здоровьем? Ой, здоровье у этого. У меня есть поговорка, я сам ее придумал. Время, проведенное в саду, не засчитывается в срок жизни. Ну, вот логично, так. Логично. Теперь нам понадобится... Андрей, маленькая просьба. Притащи, но все-таки это же рекламный фильм. Только еще и персик взяли. Два. Да, два персика. Ну, совсем нагость потеряли. Это. Так. Просто погиб один, наверное. Все понятно. Понятно. Так, смотрите, Андрей, возьми эту самую лестницу, эту, как ее. Ну, все, я ну это. Я обрезали уже все. Андрей, стремянку возьми за нами. Я их угощу, во-первых. Вот. Так, а я потихоньку на тачке поехал грузить. Возьмите пакетик под груши. Я ну пойдем, пойдем. А я, наверное, пойду с Лерой. Догонишь нас, Андрей? Да. Здесь, смотрите, вот это еще паданка, а эти еще высоко, еще зеленые, это осенние сорта. Смотрите,
Вот слаще поцелуя осенняя яковлева. Но дело в том, что когда она еще созреет, еще месяц. Вот. Нарядная Ефимова, да, падает, но это падунка. А она тоже осенняя, она еще созревает только. А вы как название группы дали нам? Берия? Берия, Берия летняя. Я вчера все, что понизу собрал, полный багажник груш. Так густо росли. Вот. А трясти боюсь, потому что разбиваются. Вот. Давай вот тут вот. У меня вот таких среднерослых полно. Вот сюда поставь. Так. А это какой сорт? Это Владимирск. Ой, это Воронежка. Ага. Ну что ж, я сейчас это... А, ты, давай так, из десяток сейчас просто сорви, выбирай поспелее. Вот посмотри, какие осы ямы, дырки делают в грушах. А это знаете, что значит? Это высшее, вот это... Ну давай, пока сюда кидай. Вот то, что... И сорви вон ту, которая с дырками. Это все-таки учебный фильм, да. Вот это? Там есть дырками. Она упала. А, упала. Это вот перец. Вот. Сюда вот растет. Да, персик. Ну, видишь, сюда. Когда... А это осы. А-а-а. Когда оса делают вот такой вот, они лучшие в мире дегустаторы. Ну, это у нее здесь глюкоза, то есть сахар. Да, вот. Все, спасибо, я попробовать. Вот. Ну, конечно, видите, он отрывается с этими... С ножками. Получается недоспелая. Недоспелая. Ну, можно еще, ну, подними вот еще, ну, которые упали. Они вот эти спелые, вот подними. Вы уж не побрезгуйте, оно здесь в зеленой траве. Будет, конечно. Они еще лучше. И вот с той стороны тоже. А вот это вот что такое красивое у вас растет. Что-то красивое сейчас. Ага. А, вы видели мелбу? Я думала, ага. Что-то... Ладно, так. А вот это что за дерево такое? Черешня, не поверите. Черешня? Да, посмотрите, какой высоты, посмотрите, ни одной мертвого листья. Это вы веточки. Продаете, да? Нет. Нет? Нет. Но капризная вещь, чтобы потом по морде это получать. Да. Вот. Персик будет тебе наполовину укрывать. Мы знаете, что сделаем? Раз персик взяли. Не убирай, я тут собирать буду груши. Все это возьми ты себе, то второе ведро мне. Сейчас я принесу. Так. И пошли, я вам покажу, как персиком заниматься. Пойдемте.